В чем различие этой клиники от других? Ну, что хочу сказать. Во-первых, хочу сказать, конечно, отношение персонала к детям относится, ну, к нашим детям, естественно, относится никак. К больным людям на очень таком уровне разговаривают, как не с больными людьми, а как просто, наверное, ну, люди чего-то споткнулись где-то как-то и очень сильно помогают. И, значит, вот отношение медперсонала хочу, конечно, отметить, что ни в одной клинике я уже давно прожила, не видела я такого отношения к больным людям. Очень помогает, конечно, вот это психологическое лечение само по себе. Ну и родителям тоже помогает отношение персонала, то есть очень беседы хорошие проводят. Это все помогает. То есть уезжаем мы практически, мы здоровые, дети здоровые. Ну, как дальше будет, значит, это уже время покажет. А вот у вас, ну, когда, не помните, вот, ну, на какой день или на какую неделю вот какая-то уже появилась больше уверенность, что сын, ну, вот, хорошо пошел, уже вылечится и не вернется? Ну, возможно, через 2 недели, мы вот были первый раз 2 недели уже, и он почувствовал, и я почувствовала уже, и отношение, естественно, к родителям другое ко мне, во всяком случае, и сам уже... Видно, что уже здоровый человек, здоровый образ жизни. Ну и через 2 недели мы уехали домой, естественно, совершенно поменялась его жизнь, другая работа, и все, и приехали просто долечиваться уже здоровым человеком, в принципе. Угу. Ну, споткнулись вот об алкоголь еще, естественно, что даже пожелаю, что кто лечится от наркомании, что от алкоголя, мы тоже как бы отказывались, что с ней были алкоголиками, а получилось так, что... Немножко каждый день понемножку это стало уже системой у нас. То есть там полбутылки коньяка, полбутылки виски, лишнее на то пошло. Пиво это обязательно каждый день. Ну, не валялся, не алкоголик, конечно, с пропитой, но сам решил, это ничего не было. Как бы это было его личное без решение. Без давления, что... да? Да, он сказал, я закодируюсь от алкоголя, то я не остановлюсь, якобы вот так вот. То есть это его решение. Ну и может, вот знаете, что пожелаете родителям? Знаете, есть родители, ну может уже надежду теряют или просто еще сомневаются, можно пожелала ли вылечиться? Пожелала бы, конечно, пожелала бы родителям всем ехать сюда, не жалеть денег, что мы были не в одной клинике лечились, все это бесполезно, конечно. А вот здесь именно очень жалко, что рекламы у вас очень мало. Что как бы не знают люди даже об этой клинике, мы тоже совершенно случайно узнали. Ну и вот прям желала бы, чтобы ехали. Спасибо.